Ник, ну ты ж не нападай на нее. Ты вроде взрослая, большая тетенька, умная должна быть. Лин, чё орёшь, а? Ты чё орёшь? Коска, я и к тебе приду, не переживай. Да, вот так вот. Выскажи ей все. Ник, а тебе Линуха, я смотрю, не очень интересно, да? Тебе нужен вон тот, он мелкий. Скол, да? Линуха более-менее размерчиками и более приближена к каракалам. Не сравнится, конечно, с Никухой, с этим маленьким бегемотиком. Да? Ваф! Этот Астрид нас гавкает. Мне кажется, Никуха, кстати говоря, похудела чуть-чуть. Мы ей порцию немножко убавили. И она начинает немножечко как будто бы скидывать. Да, Никух?